Доброе утро, друзья! Сегодня мы рисуем птичку. У каждого человека в душе должна быть птичка. Говорят, он с птичкой в душе. Вот рисуем эту самую птичку. Делаем фон сначала. Сейчас я делаем фон. Я предлагаю нежный фон сделать, на котором будет петь наша птичка. Эта птичка будет тоже нам нашим помощником в наших желаниях. Вы ее нарисуете, и она будет именно вашей птичкой. Так, вот фон. Можно добавить желтенького фон этот. Нежненького такого. И вот тут сделаем цветочки, на которых будет располагаться наша птичка. Вот так рисуется подложечка, на которой будет наша птичка обитать. Ну, это будут зелененькие. Так. Так. Так, уже я как бы уже определилась с птичкой. Для этого понадобятся все краски, которые у вас есть, которые вы любите. Именно ваши краски, которые вы любите. Так, кисточку возьмем. Кисточку. Любую, которая тоже вам нравится. Ну и будем рисовать цветочки. Рисую я, напомню, рисую я акрилом. Товарищи, это вообще изумительный материал. Люди дорогие, рисуйте акрилом, любите акрил. Он просто незаслуженно отодвинут куда-то на периферию. Все восхваляют масло. Для меня акрил – это все. Я обожаю акрил. Вот. У меня тут для цветочков... уже размешана краска. Такие цветочки будем делать. Вот, я показываю опять свою палитру влажную. Вот в таком хаотическом порядке уже вот на предыдущей палитре я разложила цветики. Вот, и рисую цветы уже. Вот, я смотрите, ничего сложного не происходит, но цветы уже возникли. Попробуйте, вы также можете рисовать легко, свободно. И вы знаете, вы просто даже не представляете, что все у вас получится. Да, это я вам обещаю, что все у вас получится. Если у вас этот восторг вас уже захватил, и вы рисуете вместе со мной эти цветочки, видите, как просто... Напишите мне тогда в комментариях, что у вас получилось, чего у вас не получилось. Но я думаю, что любой ваш вариант пойдет в копилку вашего опыта. А возможно, не надо такое сложное слово говорить, опыт. Просто войдет в копилку вашей радости, вашего разного, радостного, разнообразного, как вот эти краски, настроения. Рисуем, рисуем, рисуем.
Та-ра-та-та-та. А сейчас еще цветика добавим вот такого вот. Смотрите, что делает, вытворяет акрил. Смотрите, какой он волшебник. Какой он чародей. И зачем нам долго ждать, пока высохнет масло? Не надо ждать, не надо звать. Иди судьбе своей навстречу. Так. Ну, можно мастихином тут сделать вот такие вот цветики. Цветики нежные. Это мы создаем такой сказочный сад для нашей птички. Чтобы нашей птичке было в этом саду очень комфортно. И чтобы она соответствовала нашему красивому саду. Только в таких красивых садах живут птицы такие. Может, что-то у вас не будет так сильно получаться, как вы хотите. Прям вот, вот вы хотите, может, чтобы все было прям вот так, прям. Прям вообще невероятно. Все равно будет красиво. По-любому выйдет красиво. Так. Возможно, меняйте кисточки. Может быть, какая-то кисточка вам понравится больше ею работать. Может быть, для этой работы вы выберете кисточку, которая действительно вам понравится и будет создавать эффекты. У меня, допустим, на мастер-классе была девочка, вот, и мы рисовали водопад. Ну, я же ей рисую, ну, показываю все, а она взяла кисточку и начала рисовать в очень утонченной форме. Ну, она-то и быструю технику использовала, ну и стала в утонченной форме рисовать, что придало какую-то изюминку, именно ее неповторимую. И у каждого получается работа по своему характеру. Вот. Это не должно быть слепо копировать. Вот нарисовали и все. Вот как у меня, допустим. А вы нарисуйте, как у себя. Как в вашем саду там будет. Какие вы, может быть, вы садоводы, цветоводы, и вы свои цветы какие-то нарисуете. Так. А можно вообще, если что-то вам не понравилось, взять вот так вот и стереть. Смотрите, что делаю. Вот беру и стираю, делаю просто фон. Вот видите, все. И для нашей птички будет цветной фон. Смотрите, нам где-то что-то прорисовывается, а фон остается. Так, все. Дальше. Дальше мы рисуем уже саму птичку. Немножко я этот фон. Вот так. О. Ну и все. На этом красивом фоне будет наша птичка. Вот, смотрите, все. И никаких проблем. Так. А теперь надо сделать рисунок птички. Сначала, может быть, я нежненько так начну. Так. Угу.
Вот такую птичку мы рисуем. Ну, в принципе, мы ее уже почти нарисовали. Вы же видите, ничего практически сложного тут нету. Вот такую закорлючку и такую птичку может нарисовать ваш ребенок. И скажет: «Мама, папа, смотри, как я нарисовал! Смотри, как я нарисовал!» Акрильчик должен высохнуть. А может быть, вообще какая-то сказочная птица у вас будет еще более сказочней. Вот. Ну, а тут уже осталась ерунда. Самое главное нарисовать ей ее вот это вот клювик ее, глазик ее. Сейчас мы нарисуем. Сейчас мы нарисуем. И все будет хорошо. И птичка наша будет петь на ветвях нашей души. Немножечко сейчас оно подсохнет, и все. Все, я уже начинаю делать ей оперение. Такое вот. Вот смотрите, акрил. Если что-то вам не нравится, допустим, вот как мне сейчас, я хочу сделать более тоненькую шейку птички, можно вот этим белым уточнить. Уточнить характер. Вот так. О, по-моему, похоже уже, да? По-моему, похоже. Так, ну и... Вот это все, вся сложность в том, чтобы... Так, вот это вот все сделать. Ну, и тут пойдут, вот здесь вот у нее пойдет вот уже. Все цветики, которые тут есть, можно опускать на красивые ее перышки. И опять же, нарисуйте свою птичку, которая будет вас радовать и будет каждое утро вам петь свои красивые песни. И будет вам петь свои красивые песни. Смотрите, сейчас ничего сложного не происходит. Побрякушечки вот такие может нарисовать любой. Вы можете все вместе нарисовать птичку эту своей
радостной жизни будущей или настоящей. Вот насколько акрилом легко работать. Просто невероятно легко работать акрилом. Никакого растворителя нету. Ничего не надо тут растворять, дышать этими растворителями. И тут немножко. Ну и вот эти вот побрякушечки тут сейчас беленькие на перышках. Тут можно вот так вот. Вот она, птичка на ветвях твоей души. Так, более изогнуто. Более изогнуто. Ну и вот тут вот заканчиваются у нее перышки вот так вот. О, более. Ну и вот, вот эти вот рябушечки вот такие поставить. В этом крылышке можно вот такие тут цветики добавить. Можно пустить красненького, оранжевенького можно пустить. Так. А вот в этих вот перышках темненькие пустить вот такие. В ее красивых таких. Так. Вот она, птичка на ветвях твоей души. Обязательно должна быть птичка на ветвях твоей души. Она должна петь свои песни. Вот. Ну и вообще простое осталось самое. Сделайте ей такую вот коронку такую. Когда будете рисовать корону, вот сколько у нее тут этих самых завиточков, старайтесь думать, а только о хорошем. Старайтесь думать, что эта корона будет и на вашей голове, что ее вам подарят, или вы сами заслужите эту корону. И вот такая птица, которая будет жить у вас на вашей стене дома, никогда вас не подведет. Ни в вашей креативности, ни в ваших настроях на любые-любые высоты и на любые достижения. А может быть, просто вы захотите с этой птицей полежать и отдохнуть, да, помечтать. А когда человек мечтает, когда он мечтает, он может такое намечтать и загадать себе в этой жизни, что мы и сами не знаем, на что мы способны. Мы сами не подразумеваем, на что мы способны. А способны мы подчас на многое. Просто не хватает иногда уверенности в себе. Думаем, да, у нас не получится
такая птица, потому что мы не умеем рисовать, мы не умеем то, не умеем другое. А на самом деле мы все умеем. Что тут сложного? Смотрите, а у нас получилась птица такая, вот. Так, ну, возможно, сейчас сделаем ей личико посимпатичней. Вот так. Что тут страшного? Ничего тут не было страшного. Мы сделаем такие... Ой, как интересно. Я, кстати, сказать, павлина никогда не писала. Ну, наверное, это... А вдруг это жар-птица какая-то ваша? Смотрите. Ну, она-то олицетворяет жар-птицу, да? Но я павлина не рисовала никогда. А сегодня почему-то вот... Первый раз в жизни рисую павлина. Ой, надо загадать желание какое-то. Оно должно исполниться. Вы тоже поскорее загадывайте желание, потому что... Вот такой вот опыт первый раз у меня. Ну, павлин какой. Ой. Так, дорогие мои. Ну что, на этом, пожалуй, и можно так сказать, поставить точку в сегодняшнем рисунке, да? Вот тут вот ножки, где он держится, наверное, на веточке, на такой. Ну, тут можно теперь добавлять что угодно, а можно и не добавлять. Вот кто любит вырисовывать, может быть, веточку тут все-таки нарисует. Вот так. Какую-нибудь. Но моя птица уже завершена. Вот, и поэтому я говорю всем до свидания, хорошего дня. Сегодня меня ждет большой красивый день. И вас тоже. Вот так вот. На этом пока. С вами была Лариса Изюмченко. Если вы зависли на моем канале и вам понравилось рисовать вместе со мной, подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будем дружить. На этом пока-пока.